Теперь я читаю книгу пророка Иеремии, главу первую. Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников Анафофе, в земле Вениаминовой, к которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. И было ко мне слово Господне: прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтоб избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтоб искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтоб оно скоро исполнилось. И было слово Господне ко мне в другой раз: что видишь ты? Я сказал: вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззаконие их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам, чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих. А ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом, и железным столбом, и медною стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя».